Всем привет! Сегодня день рождения у моей сестры. Я так рада, и я волнуюсь немножечко, поэтому хочу поздравить мою сестру, мою Наташеньку. С днем рождения, дорогая моя! Тебе хочу пожелать здоровья, море любви, океан счастья, чтобы ты никогда не болела, не огорчалась. Ты самая лучшая крестная и самая моя дорогая сестра. Ближе тебя никого у меня на свете нету. Поэтому я тебя очень-очень люблю. Еще раз хочу тебя поздравить с днем рождения. Дорогие мои подписчики, гости моего канала, это видео выйдет немного с опозданием, но я вам все равно хочу показать, как мы собираемся в гости, что мы будем одевать, как мы будем выглядеть. Поэтому, надеюсь, у меня все получится вам показать. Надеюсь, вам будет интересно, и мне будет самой очень интересно, что же из этого получится. Сейчас хочу помыть я голову такой белорусской шампунью против желтизны, и после нее я сделаю вот такую вот маску Алин. Оделись мы. Такие красотулечки. Так, сейчас мы только едем пока с одним подарком. Взяла запасные штаны, потому что у меня был случай, когда приехала к сестре. Видите, я в джинсах. Вот, приехала к сестре, и у меня джинсы порвались. Я села, и они лопнули. Поэтому взяла на всякие пожарные себе штаны. Вот, и сейчас едем мы в железку. И купим мы цветы, и мы готовы. Идем, и погода такая, знаете, хорошая-хорошая. Прям, знаете, какой сегодня человек родился? Такая и погода. Это всегда так мама говорила. Какая погода, такой человек. Идем шикарно. Практически все раздетые. Без курточек, без шапок. Ну, Катюха, у меня еще с легкой шапкой идет. Но, в принципе, вообще бомба. На улице, аж, знаете, душа поет. Душа поет. Thank you.
Сейчас идем в гастроном. Надо купить детям воды. Хотят воды. Катюнчик, Катюня, купили моей сестре цветы. Как раз это лякая верба большая. Смотри, какая длинная-длинная верба. Обалдеть. Пойдем. Помидорчики, огурчики. Пойдем, Катюнчик. Вот сюда, Максимушка, по ступенькам. Пойдем. Нет, цветочки я потом сама понесу. А то ты поломаешь, ведь Наташе не достанутся цветочки. Вот она, моя именинница. Всем привет. Моя девочка. С днём рождения тебя. Спасибо.